Доброе утро! С вами Эльвира Харашкина, моя сестра Ида Кикеева. Сегодня мы проведем с вами волшебную тренировку, которая называется «Плоский живот». Наверное, все о нем мечтают. И самое время начать это утром. Когда вы проснулись, сделали глоток воды, если вы не привыкли пить. Но лучше, конечно же, стакан теплой воды. И мы приступим сразу делать пресс. Мы покажем вам сегодня вариации, какие могут быть. То есть, если пока вам сложно начинать и делать правильном положении упражнения, будут вариации, какие у нас есть адаптационные упражнения и как их нужно выполнять в идеале. Итак, приступим. Стопы мы поставим плотно прижатые друг к другу. По ощущениям очень хорошо вы чувствуете пятку и пальцы стоп. Колени также направили друг к другу и сжали. Мы делаем сейчас вдох. И на выдохе, обратите внимание, держим ладонями под коленным суставом и работаем тазом. Вдох, выдох. Делайте движение только тазом. Взгляд направляете на пупок. Выдох, вдох, выдох. Продолжаем это делать. И в следующий раз попробуем сделать вдох. И на выдохе уже медленно. Опускаем медленно таз. И позвонок за позвонком уходим вниз. Полностью легли. Сделали вдох. На выдохе начинаем смотреть на живот. И плавно с вами подниматься. Руки у нас помогают подняться, если нам это сложно сделать. Выдох, вдох. В следующий раз попробуем уже без рук. Оставим их направленных в потолок. Делаем вдох. На выдохе взгляд на живот и медленно выходим. Обратите внимание на темп. И мы с вами должны прочувствовать движение каждым позвонком, каждым сегментом позвонка. На выдох. Делаем еще раз вдох. На выдохе выходим. Тянемся за макушкой вверх диагональ. Лопатки мы с вами опустили. Еще раз сделаем вдох, на выдохе останемся на полу. Выдох. Подтяните аккуратненько колено одно к себе, второе. Итак, я напомню, если нам сложно выполнять с вами упражнения так, как нужно, мы сейчас покажем адаптацию. Итак, мы с вами делаем вдох. На выдохе вытягиваем ногу. Выдох. Вдох. Выдох. Помогайте удерживать колено и стопу руками. Вытягивайте. Держите живот плотно прижатый, пупок к спине. Выдох. Вдох, выдох. Если же вам удается это сделать без раскачивания корпуса, мы с вами перейдем в более сложный вариант. Аида продолжит делать этот вариант, а я с вами продолжаю другой. Итак, мы смотрим на живот. Вдох, выдох. Стараемся держать таз неподвижный. Вдох, выдох. Локти направим в стороны. Вдох, выдох. Чуть усложним. Постарайтесь удлинить ногу максимально дальше от себя. И следующий раз двойной. Выдох, выдох, вдох. Задача ваша, насколько возможно, оторвать лопатки, смотреть на живот и за макушкой продолжать вытягиваться к потолку. Делаем так еще два раза. Еще раз. Подтягиваем и отдыхаем. Делаем перекат вправо-влево, немножко отдохнули. Следующее упражнение – вытяжение одной ноги. Делаем вдох, на выдохе поднимаем ноги. Еще раз вдох. Итак, я напомню, адаптация у нас с вами будет звучать вот таким образом. Выдох, вдох, акцент на приближении ноги к себе. Вдох, выдох. Возможно, это будет совсем небольшая амплитуда. Мы также следим с вами за неподвижностью тазобедренного сустава. Я покажу более сложный вариант. Выдох, вдох. Выдох. И приближаем с вами пупок к спине. Вдох, выдох. Локти в стороны. Еще сделаем так 4 раза. 3, 2. И следующий раз двойной. Выдох, выдох, вдох. И акцент на приближении ноги к себе. Еще 2 раза. Последний. Опять сгибаем колено в суставе. Отдохнем. Сделаем перекат вправо-влево. Поясничному отделу. Ну что, на сегодня все. Вместе с вами была маэстро Аида, я Эльвира. И до новых спортивных встреч. Всего доброго.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить быструю овсяную кашу. Я вам покажу, как его быстро приготовить. Овсяная каша у нас очень полезна, и желательно его готовить на завтрак, что мы с вами и будем делать. Для быстрой овсяной каши нам понадобится грамм 150 овсяных хлопьев, миллиграммов 100 воды, где-то 200 грамм молока, 30 грамм масла сливочного, соль. И я буду добавлять изюм, орехи и немножечко имбиря. Так, ну что, поехали. Добавляем наши овсяные хлопья. Так, а для чего мы добавляем сюда наши овсяные хлопья? Для того, чтобы их измельчить. Тем самым ускорится наша варка и наш процесс приготовления каши. Ну что, поехали. Все, буквально 3 минуточки мы с вами измельчили. Теперь добавляем водичку, совсем немного, тоже прокрутим. Готово. Теперь мы сюда добавим молока. В общем, нужно дать 5-10 минут настояться каша, чтобы она у нас настоялась. Тем временем мы с вами берем наши орехи. Орехи можете использовать любые. И вот так их немножечко разделим, чтобы они были сильно крупными. Изюм можем оставить таким же крупным. И имбирь. Имбирь нужно нарезать мелко, чтобы он не чувствовался, но он придает такой прям пикантный вкус нашей каше. В сезон простуд для общего укрепления нашего иммунитета. Все готово. Можем посмотреть, что тут происходит с нашей кашей. Буквально минутки 5 оставим и можем его уже разливать по тарелочкам. Вот весь секрет быстрой каши в блендере. Мы его запарили в кипятке, дали настояться минут 5-10. И каша готова. При этом не используем плиту, кастрюлю, как это делают обычные домохозяйки. Пачкая все кругом, стоят, мешают, чтобы не подгорело. Вот так у нас быстро все готово и полезно. Сейчас мы его с вами нальем в нашу тарелочку. Нужно перемешать обязательно. И сюда сверху мы добавляем ранее нарезанные наши орешки. Можем вот так вот в уголочек один. Изюм. И сушеный имбирь. На любителя, опять же. Ну и, конечно же, завершающим у нас будет кусочек масла. И все готово. Всем приятного аппетита. Я с вами прощаюсь. Всем привет! Я Иса Ажаева, и мы продолжаем постигать азы макияжа. В зимнее время наша кожа подвергается сухости и шелушению. Для того, чтобы помочь коже выглядеть красивой и здоровой, необходимо использовать питательный крем. Мы нанесли тон, и сейчас мы уложим брови с помощью геля для бровей с пигментом. Таким образом, нам не понадобится докрашивать брови по форме. Если вы испачкали кожу вокруг бровей, то ее можно почистить с помощью тонального крема и нейлоновой щетки. Макияжа глаз используйте консилер. Он даст хорошую цветопередачу теней и продлит жизнь макияжа.
легко растушевать, и он остается на глазах долгое время. Пока карандаш не высох, середину подвижного века я нанесу тени звездками. А внешний угол глаза я буду затемнять для того, чтобы придать глубину. Если макияжа глаз вы высыпали тени под глаза, то убрать их можно с помощью базы под макияж или любого жирного крема. Если у вас глубокие впадины под глазами, можно нанести корректор с светоотражающими частицами. На самой выступающей части я нанесу хайлайтер для того, чтобы сделать кожу красивой и сияющей. Если ваша форма лица вытянутая, то теневая коррекция будет идти более горизонтальной формы. И в завершение закрепляем макияж рассыпчатой пудрой. Прорисуем контур губ карандашом и заполним им же все пространство. И наш макияж готов. Честно говоря, я думал, что этот карантин нам даст много безделия, от которого мы разрушимся. На самом деле, находим вот такие выходы. Вот внучка занимается музыкой дистанционно тоже и танцем. Ну, а дедушка Ава занимается дистанционной репетицией над новым спектаклем «Братья Калмыки». Так что Ава освоил даже вот сегодняшнюю современную аппаратуру. Не скисаем, работаем. Коронавирус там не страшен, да, Милана? Угу. Страшен коронавирус, нет? Ты на улицу выходишь? Угу. Как? Нельзя выходить. Конечно, не выходим, бережем, поэтому дай бог здоровья всем. Всем-всем скажи, не болейте, скажи. Пока. Приветствую своих друзей, земляков. И хочу сказать, что я на связи со всеми своими близкими, друзьями, которые живут в разных странах, в разных городах. И каждый день приходит не то чтобы безрадостная информация, я бы сказала, даже печальная информация. И сейчас вот прошло уже много времени, многие уже не то чтобы устали, мы теряем бдительность, мы устали находиться в напряжении. И это грозит еще более какими-то опасными последствиями. Ради своей семьи и ради близких оставайтесь дома. Se mi punge
Thank you.
Amor fra Italia, ci più cani bacia.